Всем привет! Сегодняшняя песня Рубштейн. Песня называется как-то там Off to You, что ли, или Off to Me. Что-то я не могу точное название вспомнить. И в общем тут играется вот так как-то. Значит, открытая шестая струна тут используется. А вот какой-то риф еще вот не помню. И там используется, в общем, например, сейчас, минуточку, если это такой, то пятая струна, первый лад, четвертая струна, третий лад, и третья струна тоже третий лад. Далее квинта ре диез. Это значит у нас лад. Пятая струна, шестой лад, а на восьмом ладу третья и четвертая струна. Этот вот аккорд. И последний аккорд там, значит, аккорд ля. Допустим, можно вот так сыграть, значит, шестая струна на пятом ладу, а пятая и четвертая струна на седьмом ладу. Или вот еще вариант, допустим, играет пятая, четвертая и третья струна. Пятая струна открытая, четвертая струна и пятая на втором ладу. А там еще, я помню, что игралось вот так. Значит, ми, ми, ля диез, ре диез, ля, ми, квинта ми. Значит, пятая струна на... Сейчас... На седьмом ладу, четвертые и третьи струны на девятом ладу. Далее, значит, ля диез. Пятая струна на первом ладу, третья и четвертая струны. Значит, на третьем ладу. Далее, значит, переход тут. Ре диез. Но это, в общем-то, вы, наверное, помните, что ре диез зажимается, значит, пятая струна на шестом ладу, а на восьмом ладу это у нас струны две-то. Четвертая и третья. И заканчиваем на этом, значит, аккорде ля. Шестая струна на пятом ладу, пятая и четвертая струны на седьмом ладу. Ну, в общем, вот так играем сейчас. Или еще вот такой вариант. На этом все, пока.